Уважаемые болельщики, опять-таки оба борца представляют город Хасаю. Красный трибоспортсмен представляет школу братьев Сайти, воспитывается у тренера Мусейса Губакова. Борец синим трибо воспитанник школы Батырова, тренируется под руководством Дагина Алиева. Борис Синдрибо Алиев Тамерлан является участником первенства мира среди юношей прошлого года, победителем первенства России прошлого года среди юношей.
места, город Василёв.